Если это будет бой с Хлебулой Мусаловым, если будет такая возможность разделить с ним ринг и будет предложение от какой-то организации, я буду очень рад. И почему бы нам это не сделать, потому что люди этого ждут, хотят видеть, и я думаю, то, что этим мы привлечем много внимания. Фанаты ожидают этот поединок. Вот тебе насколько он интересен? Это и медийный интересный бой, это и финансово хороший бой для любой стороны. Вот. Каким числом меня вопрос решает уже. Вот. Конечно же, для меня это выгодная возможность продемонстрировать себя, еще раз заявить всей большой аудитории единоборств, что я один из сильнейших. Это важный ответственный момент для меня, потому что мы будем выбирать, кто из нас самый сильный, да, и, наверное, завоевывает такое место на вершине. Я могу сказать то, что к этому бою буду готов на все 100% для того, чтобы продемонстрировать яркое зрелищное выступление. Если оно состоится, будет круто.